Сборная Казахстана по теннису одержала победу над Голландией в финальном турнире Кубка Дэвиса. Важные очки команде принесли и Михаил Кукушкин, и Александр Бублик. Причем оба выходили на корт дважды, как в одиночных, так и в парных встречах. Подробности победного матча у Ларисы Гречихиной. Несмотря на новый формат проведения Кубка Дэвиса, у казахстанских болельщиков все остается неизменным. Они снова в полном составе приехали поддержать наших теннисистов. Флаги, одежда в национальном стиле и боевой настрой вызывали неподдельный интерес буквально у всех. Мы приехали в Испанию, в столицу Испании, в Мадрид, поддержать нашу сборную. Желаем только победы. Мы надеемся, что этот чемпионат сложится для нас успешно. Мы уедем домой с победой, и все будет хорошо. Первую победу нашей команде принес Михаил Кукушкин, что было вполне ожидаемо. Отличие в классе игры опытного казахстанца, который сейчас на 67-й позиции в рейтинге ATP, и 24-летнего голландца Ботика Ван де Зандсхульпа, замыкающего вторую сотню, был заметен абсолютно всем. Михаилу понадобилось чуть больше часа, чтобы разобраться с соперником. Игра завершилась со счетом 6-2, 6-2. Для моего соперника было также волнительно играть, насколько я знаю, его первое выступление за сборную. И я просто по счету 2-1 начал играть более уверенно, как на своей подаче, так и на приеме. И старался заставить соперника вязать долгие розыгрыши, где он себя чувствовал не так хорошо. Старался принимать как можно больше мячей на его подаче, и мой план на игру сработал. Во втором одиночном матче первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог переиграть первого номера голландцев Робина Хассе 5-7, 6-3, 6-7. Таким образом, решающим стал парный матч, в котором победу праздновала сборная Казахстана. Этот тандем никто не ожидал увидеть на корте. В официальной заявке на матч была указана давно всем знакомая пара Александр Недовесов и Андрей Голубев. Но буквально перед самым началом парной встречи капитан команды Диас Доскараев принял победное для всех решение. На итоговой пресс-конференции капитан команды отметил, что в Кубке Дэвиса каждый спортсмен готов играть как в тандеме, так и одиночные матчи. А решение это было принято буквально за 15 минут перед стартом. Здесь важная составляющая, знаете, сколько не техническое оснащение или мастерство, а психологическое состояние игроков. Если теннисисты верят, да, то, что они могут победить одних из сильнейших парников в мире, а они оба, мы знаем, да, двадцатка мира, Роджер с Мастерса приехал с Лондона, да, со всеми лучшими состязался. Поэтому, если они верят в победу, и они играют с самоотдачей, они могут победить любую пару. Сегодня у казахстанских теннисистов день отдыха, а уже завтра состоится второй матч в рамках группового этапа со сборной Великобритании. Лариса Гречихина, Мейрамбек Ахмаханов, Хабар 24, Испания, Мадрид.